Доктор, меня больше всего беспокоит маленькая зарплата. Меня беспокоит, в общем, сил мало, спим мало, работы много. И, конечно, от корейской кухни, которая острая и непривычна для меня, для европейцев, у меня частенько болит желудок. Покажите-ка язык. Сохнет во рту? Не могу сказать, но иногда бывает. Стул? Мы просто очень много ездим, путешествуем, бываем в разных странах, едим еду разных людей и кухни народов мира. И вот я думаю, что из-за этого. Вам надо быть поаккуратнее с едой, особенно острой. Плюс к этому вам противопоказано есть и пить холодное. Ваш желудок сейчас очень напряжен, и его необходимо расслабить и согреть. Можем выписать порошки, но я рекомендую процедуру дымотерапии. Не переживайте, я вылечу вас. Слава богу, доктор, хоть кто-нибудь меня вылечит. Это очень древняя процедура, которая пришла к нам из Китая. Я зажигаю у вас на животе специальные сигарки из полыни, которые постепенно будут согревать ваш желудок. Полынь согревает и улучшает кровообращение. А чтобы вам не дышать дымом, мы надвигаем этот колпак. Постарайтесь не шевелиться, а если будет горячо, позовите меня. Лечение продлится час. Постарайтесь расслабиться. Был пряник печеный, а стал копченый. Ну а если серьезно, правда очень эффективный метод, то есть при помощи вот этих угольков и стаканчиков, которые хитро регулируются этими железными штучками, вам прогревают живот натуральным естественным теплом. Верите или нет, но мне на душе стало легче. Доктор, большое вам спасибо. Благодаря вашей чудесной процедуре в моем животе наконец наступил мир и покой. От меня пахнет небольшим металлургическим комбинатом. И спасибо еще раз за то, что помогаете гореть на работе. Берегите здоровье, пожалуйста, и приезжайте к нам еще.